2014 год запомнился нам Олимпиадой в Сочи, революционными событиями на Украине и прочими сводками, пестревшими с экранов телевизоров. Но этот год принес человечеству и немало интересных изобретений. Что-то произвело на вас впечатление, что-то оставило равнодушным. Но раз изобретения существуют, все имеют право знать о них. В связи с чем и рекомендуем ознакомиться с топ-10 изобретений 2014 года. Бананы, предотвращающие слепоту. Все просто, дело в витамине А, которым обогащают бананы. Ежедневный рацион детей Уганды. Ничего сложного, но польза обещана ощутимая. Палка-держалка для селфи. Целая культура селфи не могла пройти мимо производителей гаджетов. Теперь можно сделать селфи на фоне Эйфелевой башни или сарая вашей бабушки в Простоквашино, не привлекая других людей к процессу съемки. Естественно, палка-держалка для селфи уже в первые дни стала хитом продаж. Умное кольцо. Не можете расстаться со смартфоном? Постоянно проверяйте аккаунты на наличие лайков, реплаев и ретвитов. Умное кольцо поможет вам оставаться на связи, даже когда смартфон находится в сумке либо кармане. На кольце высвечивается актуальная информация из вашего смартфона. Звуковая отвертка. В сериале «Доктор Кто» герой использует звуковую отвертку для разнообразных действий. Ею проводится медицинское сканирование, ей уже открываются замки. Ученые воссоздали точный аналог этого чудесного изобретения. При помощи реальной звуковой отвертки можно управлять любым инфракрасным прибором, поскольку она имеет встроенный датчик движения, настроенный на чувствительность к определенным частотам. Смартфон, который никогда не разряжается. Разработчики не поясняют, каким образом будет решен вопрос с зарядкой. Скорее всего, дело в самовосстанавливающихся источниках энергии и энергосберегающих технологиях. Вот только пока новинка так и не была официально представлена публике. Экзоскелет. Американские ученые из Калифорнии, где всегда солнечно, разработали экзоскелет для людей с парализованными нижними конечностями. Если до 2014 года экзоскелеты разрабатывались для реабилитации больных инсультом в больницах под присмотром врачей, то современный экзоскелет можно использовать дома самостоятельно. Устройство модифицируется в зависимости от подвижности клиента. Нанодвигатель. Исследователи из Техасского университета создали самый маленький и одновременно самый быстродействующий на сегодня наночип в мире. Его размеры схожи с размерами клетки живых организмов, то есть изобретение может быть, например, полезно для лечения онкобольных, для активации наночипов, которые смогут бороться с больными клетками или доставлять необходимые им вещества. Картонный микроскоп Foldscope. В Степфордском университете создали из картона микроскоп, способный увеличивать изображение в 2000 раз. При этом точность остается на высоком уровне благодаря натяжению картона. Примечательно, помимо всего прочего, его окупаемость. Цена материалов, из которых он собирается, чуть меньше доллара. Термоядерный реактор. До сих пор технология получения энергии за счет слияния ядер водорода оставалась нереализованной. Но если ученые смогли создать работоспособный реактор термоядерного синтеза, следовательно, скоро мировое потребление энергии изменится раз и навсегда. По крайней мере, так утверждают в Lockheed Martin Corp. Умный космический корабль. Люди давно мечтают освоить другие планеты. И это не только литературные подвиги, а конкретные попытки разных стран попасть на Марс. Пробовали Россия, США и страны Европы. Индийская межпланетная космическая станция «Мангальян», которая 24 сентября 2014 года вышла на орбиту Марса, это удалось с первой попытки. Посмотрим, чем нас порадует 2015-й.